Стокер представляет. Здравствуйте всем, с вами Стокер. И сейчас я вам хочу показать на андроиде игру под названием «Турнир по аэрохоккею». Вот, собственно, эта игра. Что в этой игре такое интересное? Чем она отличается от обычного аэрохоккея? Обычный аэрохоккей, он чем примечателен? Ну, просто там обычный аэрохоккей, в принципе, и все. А здесь у нас есть много различных... Давайте сейчас звук включу. Так. Есть много различных комнат. Вот это вот обычный аэрохоккей. Вот это вот у нас хоккей. Ну, тут есть много различных. Вот футбол есть. Также есть типа как в стиле Atari. Это у нас футбол американский. Много различных есть видов. Также есть у нас здесь, можно играть с компьютером, человеком, или можно играть турнир. Турнир — это несколько комнат, а потом уже вы играете, и потом показывается в конце, сколько у вас очков. Также есть у нас здесь отключение, включение звука, также вибрации, выход из игры. Теперь давайте сейчас посмотрим, выберем какую-нибудь комнату. Ну, допустим, я не знаю, давайте хоккей. И сыграем с телефоном, с андроидом. Есть у нас здесь, помимо этого, еще сложности. Вот здесь вот вы сами сейчас видите. Ну, давайте выберем средний. Хочу вам сказать, что когда у нас комната проходит, то есть кто там победил, то у меня, когда я хочу выйти в меню, у меня вылетает почему-то. Вот это вот я не знаю. Какой вот у меня глюк. Ладно, давайте сыграем. Так-так. Кстати, не показал вам, потом еще покажу. Там можно еще выбирать, сколько у вас очков будет. Я выбрал 6 очков для победы. Блин, да почему я выиграть не могу? Когда всегда снимаю, вот не очень сильно хорошо, да и получается. Ладно, ем. Хотя я выбрал всего лишь среднего. О, один гол забили. Так, давайте. Ну, не выиграю, так не выиграю. Главное, что я вам показал. Так, ну, давайте. Вроде средний, а... Играется... О! Нормально. Так, нормально. 3-3. Так, давайте... О, нормально, 4-4. Ну, все равно он выиграет, я знаю. У меня такое предчувствие, что... Давайте все равно выиграет, но... А, может быть, еще... Да. Ладно, андроид выиграл. Вот смотрите, я выхожу в главное меню. Не выкинула? Странно. А вообще выкидывает. Я даже не понимаю, почему меня не выкинуло, но вообще... Вот всегда выкидывало, тут не выкинуло. А давайте какую-нибудь другую комнату выберем. Давайте как на Atari. И давайте очков попробуем. Ну, давайте 3 очка, чтобы долго не затягивать. Выберу, ну, допустим, тоже среднего. Так, на нем хоть немного легче играть. Так, давайте. Видите, графика как на приставках Atari. Так, давайте. Ладно. Вот смотрите, я выхожу в главное меню. Все нормально. Как-то странно. Вот всегда, когда я в нее играл, у меня был этот глюк, что выходило, выкидывало. Тут теперь снимаю, вообще ничего не выкидывает. Как-то вообще странно. Ну и давайте еще попробуем что-нибудь. Это любовь. Тьфу, вообще не люблю. Давайте вот эту. Давайте попробуем сильный. Только начал уже сразу, видите, это как бы мы играем колесом, на шлем, так что можно подумать, что это колесо от какого-то мотоцикла. Вообще.
вообще похоже от машины, ну да ладно. И я поиграл главное меню. Ну, в общем, все, вот это вот турнир. Тут у нас турнир, можно выбрать и сыграть. Ладно, в общем, все. Вот такой вот замечательный игра. Аэрохоккей, тут еще много различных есть, точнее, уровней. Вот есть обычный хоккей. Допустим, вот могу вам только лишь показать. Ну, в общем, все. С вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать. Давайте ставить лайки, а также заходите на мой лайв-канал, на мой канал Стокер Шоу, ссылочки внизу в описании. Также вы сможете зарабатывать с помощью Ютуба на сайте PSP Group, это бывший сайт партнер. Заходите, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать, реально все работает. Также вы сможете у меня заказать рекламу по приемлемой цене, ссылочка на мою группу ВКонтакте, заказывайте у меня рекламу и получайте результат. А также, если вдруг еще кто-то хочет, может зайти на мою группу ВКонтакте, куплю-продам, и что-нибудь там купить или продать, ссылочка внизу в описании. А также зайти в мою группу под названием «Приколы» и тоже подписаться и смотреть различные приколы. Ссылочка тоже внизу есть в описании. А также, если кто-то хочет, может мне скинуть деньги на Яндекс кошелек, и тогда я себе что-нибудь куплю, сделаю на него обзор. Ну, в общем, все. С вами был Стокер. Всем пока. До следующего видео.